Обстановка просто аховая. По-другому даже не знаю, как назвать. Нурсултан Назарбаев – первый президент Республики Казахстан, который был у руля почти 30 лет, тем самым являясь рекордсменом на постсоветском пространстве. Народ гордится Нурсултаном Абишевичем, выходцем из простой семьи, трудягой, примерным семьянином, который верой и правдой служил казахстанцам. Так позиционирует себя Назарбаев, но в его биографии достаточно темных пятен, о которых не принято говорить. В этом видео мы попытаемся выяснить, что скрывается за образом хорошего президента и какие реальные цели преследовал Назарбаев, находясь так долго у власти. Микс-шоу представляет. Нурсултан Назарбаев. Как живет бывший президент Казахстана и куда тратит свои миллиарды? Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 40 года в бедной семье крестьян. У его родителей Абиши и Альжан долгое время не было детей, и кто-то посоветовал матери съездить на могилу почитаемого в Казахстане Раимбек Батыра и провести молитвенный обряд, после которого родился долгожданный первенец Нурсултан, настоящий богатырь весом 5 килограммов. Первые годы жизни мальчик прожил с родителями на пастбище в предгорьях Заилийского Алатау. И лишь по окончании Великой Отечественной войны семья Назарбаевых перебралась в село Чималган, где у них родилось еще трое детей. Детство Нурсултана было тяжелым. Страна лежала в руинах, а люди голодали. Тем не менее, родители воспитывали детей в любви и прививали им национальные традиции. Мальчик знал свою родословную до 12-го колена. Школьные годы Назарбаева прошли в городе Каскелене, где он проявил себя как прилежный ученик, обладающий лидерскими качествами. Также мальчик увлекался чтением книг, спортом и музыкой, ради которой в юности все лето лил кирпичи для строительства соседского дома, чтобы заработать денег на гармонику. Будущий политик в детстве мечтал о профессии летчика, а потом его планы изменились, и он хотел посвятить себя химии. Тем не менее, ничего из этого не осуществилось. Ведь сразу после окончания школы Нурсултан, желая помочь родителям, стал металлургом и отправился в Темиртау на предприятие «Казметаллургстрой». В тот период времени юноша впервые влюбился в девушку из Киргизии Турган-Абдыр-Керимову. Но часто видеться у них не получалось, ведь Назарбаева, как молодого специалиста, отправили на обучение в профессионально-техническое училище в украинский город Днепродзержинск, откуда он писал любимые письма. Во время учебы Нурсултан стал мастером спорта Украины по борьбе, и первым его соперником был местный парень Николай Литошко, с которым у казаха завязалась дружба на всю жизнь. Также в спортивном зале Назарбаев познакомился с девушкой Людмилой Кальныш, занимавшейся там художественной гимнастикой. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, и вскоре Людмила познакомила возлюбленного с мамой. В 60-м году, окончив училище, Нурсултан позвал девушку замуж и хотел увезти к себе на родину. Но Людмила тогда еще была студенткой, да и одну мать оставлять не хотела, поэтому предложение не приняла. Об этом решении девушка в будущем очень пожалела, ведь после расставания вышла замуж не по любви за военного, который поднимал на нее руку. Кальныш снова встретилась с Назарбаевым спустя 24 года, когда тот приехал на юбилей родного училища. Людмила признается, что однажды ее внуку понадобилась срочная операция, и она обратилась к Назарбаеву, который уладил все вопросы. Вернувшись из Украины, 20-летний Нурсултан продолжил работать металлургом на Карагандинском заводе и был в числе тех, кому довелось плавить чугун в первой в Средней Азии доменной печи. На предприятии молодой человек проработал следующие 9 лет, параллельно окончив вуз по специальности инженер-металлург. В 61-м году Назарбаев прилетел в столицу Киргизии на свадьбу к своему другу и заодно решил посвататься к давней возлюбленной Турган Абдыр-Керимовой. Вот только здесь Нурсултана ждал отказ. Отец девушки не хотел, чтобы дочь уезжала далеко от дома. Так Нурсултан, будучи влюбленным в двоих девушек, не смог жениться ни на одной из них. Но в отличие от Людмилы, Турган никогда не жалела о несостоявшемся браке с будущим президентом. Уже в следующем году Назарбаев познакомился с Сарой Кунакаевой, работавшей электриком на том же заводе, что и он. Девушка очень понравилась Нурсултану, только в этот раз юноша оказался в другом положении.
когда не он выбирает, а его. К счастью для Назарбаева, среди множества поклонников сердце девушки покорил именно он. Недолго думая, Нурсултан сделал предложение Саре, и в том же году молодые люди сыграли свадьбу. Супруга родила Назарбаеву троих дочерей – Дарегу, Динару и Алию. С 69 года будущий президент уделял много времени партийной работе. А в 73 году уже был назначен на должность секретаря парткома на родном металлургическом комбинате и фактически стал вторым лицом после директора на предприятии, где работали 30 тысяч человек. На занимаемой должности Назарбаев очень хорошо себя проявил, благодаря чему в 79 году стал секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, а в 84-м председателем Совета министров республики. В 89 году Нурсултан был почти единогласно выбран народным депутатом, а вскоре председателем Верховного Совета Казахской ССР. В апреле 90 года Казахстан был объявлен независимой республикой, а Назарбаев стал ее первым президентом. Все последующие выборы Нурсултан Абишевич выигрывал большинством голосов. А на последних уровень поддержки населения был колоссальный и составил практически 98%. Благодаря внесенным поправкам в Конституцию, Назарбаев получил пожизненное право оставаться президентом республики, если так решит народ. Также президент перенес столицу из Алматы в Астану, чтобы сохранить целостность государства. Первой программой Назарбаева стала стратегия развития «Казахстан-2030», целью которой было вхождение республики в число 50 развитых стран мира, чего в итоге он и добился. За годы его правления Казахстан превратился в одну из самых успешных стран на территории бывшего СНГ, которая установила отличные дипломатические и торгово-экономические отношения с другими государствами. По решению Назарбаева в стране был ликвидирован ядерный полигон, и Казахстан стал придерживаться безъядерной внешней политики. Также президентом была начата образовательная программа, в рамках которой лучшие выпускники могут получить образование в зарубежных вузах за счет государства. По инициативе Нурсултана Абишевича были открыты интеллектуальные школы и университет имени Назарбаева. Правитель пропагандировал здоровый образ жизни, увлекался теннисом, борьбой, гольфом и катанием на лыжах, а также уделял внимание культурному развитию. До сих пор он пишет стихи и играет на национальном музыкальном инструменте дамбре. В 2018 году он даже подписал указ, согласно которому в Казахстане учрежден новый праздник «День дамбры». В марте 2019 года Нурсултан Абишевич сообщил о решении уйти в отставку, после чего исполняющим обязанности главы государства был назначен Касым Жомарт Токаев. Причиной ухода стала перенесенная еще в 2011 году операция на позвоночнике. Тот факт, что он не ушел раньше, он объяснил отсутствием надежного преемника. Тем не менее, Назарбаев полностью политику не покинул и занял пост главы Совета Безопасности, тем самым продолжая оказывать огромное влияние на страну. Нурсултан Назарбаев занимал должность президента практически 30 лет и тем самым является абсолютным рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. В честь Назарбаева столица Казахстана была переименована в Нурсултан, и в ней первому правителю был установлен прижизненный памятник. Также по всему Казахстану, в том числе и в родном селе, открыты музеи первого правителя. Уже на протяжении многих лет 1 декабря в республике отмечается День первого президента, который является государственным праздником и выходным днем. Также в свое время Назарбаева официально удостоили титула «Елбасы», что означает «лидер нации», и звание «народный любимец». Но несмотря на это, в Казахстане есть люди, которые не смотрят на Назарбаева в позитивном свете. Они обвиняют его в присвоении казенных денег, приватизации государственных предприятий, укреплении авторитарного режима и внедрении родственников на ключевые государственные должности. Однако никакие обвинения не пугают бывшего президента. Ведь еще в 2010 году за ним был установлен статус, согласно которому он и члены его семьи полностью освобождаются от уголовной и административной ответственности, что делает их неприкосновенными. Действительно, супруга и дочери Назарбаева принимают активное участие в общественно-политической жизни Казахстана и владеют огромными активами. Сара руководит несколькими благотворительными фондами и является автором книг, посвященных здоровому образу жизни. Дарига пошла по стопам отца и стала доктором политических наук.
Однако бытует мнение, что она не родная дочь Назарбаева, хотя официального подтверждения этому нет. Женщина является сенатором парламента республики и руководителем медийного холдинга «Хабар». Долгое время была замужем за медиамагнатом Рахатом Алиевым. Но в 2007 году развелась с ним после того, как супруга обвинили в похищении вице-председателя ведущего банка республики Нурбанка. Динара является акционером Народного банка Казахстана, а также возглавляет Национальный фонд образования имени Нурсултана Назарбаева. Она является самой богатой женщиной Казахстана, состояние которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов долларов и редко появляется на публике, в настоящее время проживая в Швейцарии. Алия – бизнесвумен, владелица крупнейшей строительной компании «Элитстрой», нескольких линий сотовой связи, сети фитнес-клубов, защитница окружающей среды, меценат. Дочери подарили Назарбаеву 8 внуков, и всем совершеннолетним потомкам находится место на руководящих должностях, либо достается успешный бизнес. Многие мечтают о том, чтобы связать свою жизнь с семьей Назарбаевых и войти в число самых богатых и влиятельных людей Казахстана. Но попасть в такую семью так же сложно, как и выйти из нее. Например, бывший зять Назарбаева, высокопоставленный дипломат и бизнесмен Рахат Алиев, после развода со старшей дочерью президента лишился всех регалий и был вынужден бежать из страны. После этого Алиев начал выдавать неудобные подробности жизни Назарбаева и его родственников, став тем самым для них врагом номер один. В 2015 году в тюрьме Вены накануне суда, на котором Алиев планировал рассказать о коррупции среди казахстанских чиновников, его нашли в камере мертвым. Официальная версия случившегося – самоубийство. Однако распространенным является мнение, что мужчина был убит по заказу Назарбаева. Сын Алиева и внук президента Айсултан признался прессе, что был сильно шокирован известием о смерти отца и даже стал употреблять наркотики, которые в итоге в 2020 году стали причиной его смерти. Так Назарбаев, избавившись от неудобного зятя, потерял любимого внука. Однако Рахат Алиев все же успел поведать публике о реальной ситуации в Казахстане и о том, какие махинации там проводятся. Мужчина с уверенностью утверждал, что на тот момент, когда он был в числе приближенных, состояние Назарбаева превышало 100 миллиардов долларов, и это не считая гигантской стоимости его активов в виде санаториев и отелей по всему миру, домов, земель на десятки тысяч гектаров, промышленных предприятий, нефтегазового и другого бизнеса, самолетов, вертолетов и прочего. Львиная доля крупных предприятий страны принадлежит Назарбаеву и членам его семьи, хотя большинство из них оформлены на подставных лиц. На вопросы смелых журналистов о том, как так получилось, что его близкие родственники входят в число богатейших людей мира, политик отвечает без раздумий. «Мои дочери и зятья – люди взрослые и добились всего самостоятельно». Личная жизнь первого президента тоже не такая образцовая, как преподносилась всегда народу. Рахат Алиев поведал публике о том, что с 1997 года, после переезда Назарбаева в Астану, супруги практически перестали вместе жить. Ведь Сара осталась в Алматы. Интересно, что Нурсултан Абишевич попросту отказывался брать ее с собой, чтобы она не нарушала его свободу. Тем не менее, она умудрялась оказывать на президента огромное влияние. По словам приближенных, Сара могла заступиться за любого министра или продвинуть его по служебной лестнице. С чем женщина не могла справиться, так это с многочисленными любовницами мужа, среди которых были журналистки, певицы, модели. Алиев рассказал, что из-за этого супруги даже тайно развелись в 2003 году. Но Назарбаев платит Саре хорошие деньги за то, чтобы она продолжала играть с ним роль образцовой семьи. Любовницы президента также не упускали шанса воспользоваться его положением. Одна из пассий, работавшая стюардессой, после отношений с Назарбаевым стала генеральным консулом в Нью-Йорке. Другая же народная артистка Казахстана, причем и мужа любовницы политик не обидел, подарив ему мотоклуб. Среди множества связей были и продолжительные. Например, стюардесса Гульнара Ракишева не просто состояла с Нурсултаном в отношениях, но и родила ему 2 дочерей. За это Назарбаев подарил девушке крупнейшую авиакомпанию в Астане. Он даже не стеснялся представлять ее в качестве своей младшей жены перед другими политиками. Отца Гульнары бывший президент повысил из подполковника в генералы и назначил замом министра обороны. И это не считая всех квартир и драгоценностей, которые он дарил своим возлюбленным за счет государственных денег.
По словам Алиева, Назарбаев мечтал о наследнике, и так как жена не родила ему сына, среди множества любовниц он искал ту, которую хотел видеть в роли матери. И после того, как Гульнара не родила ему сына, в его жизни появилась юная модель младше его на 40 лет. Победительница конкурса «Мисс Казахстан» Асель Курманбаева, больше известная под фамилией Исабаева. Именно Асель смогла подарить отцу нации двоих сыновей – Таумана в 2005 году и Байкена в 2008. В документах мальчиков в графе фамилии указано Нурсултан и Нурсултанулы. По некоторым данным, девушка оказывает на Назарбаева еще большее влияние, чем официальная супруга. И ее имя фигурирует в многомиллионных операциях по отмыванию государственных денег. Сам же Назарбаев в крупных махинациях официально не фигурировал. За время правления проживал в служебной резиденции Акорда в столице, на строительство которой в свое время не пожалел денег. Акорда входит в десятку самых красивых президентских дворцов мира. Общая площадь всех помещений внутри здания – более 36 тысяч квадратных метров. Всего в резиденции 7 этажей, два из которых находятся под землей и используются в качестве хозяйственных помещений. Внутренние залы отличаются роскошными интерьерами, а высота потолков на первом этаже составляет более 10 метров. Снаружи резиденция благоустроена фонтаном и цветочными аллеями. Туристы могут посетить Акорду, но только когда в ней отсутствует президент. Также по указу Назарбаева в Костанайской области была построена шикарная резиденция. Здесь во время визитов обычно останавливаются президент, министры и другие высокопоставленные госслужащие. Предположительно, Нурсултан Абишевич также имел несколько дач на озерах в Акмалинской области, в Алма-Ате, а также на побережье Каспийского моря. А вот наличие недвижимости многочисленных родственников Назарбаева общей стоимостью не менее 785 миллионов долларов подтверждается журналистскими расследованиями. Например, в собственности его брата Балата Назарбаева значится поместье во французских Каннах стоимостью 34 миллиона долларов, особняк в Нью-Джерси, США, роскошные апартаменты площадью 355 квадратных метров во Флориде и несколько квартир на Уолл-стрит в Нью-Йорке. На дочь Назарбаева Динару и ее мужа зарегистрированы особняки в Англии, Испании, Швейцарии и Чехии. А еще в Женеве Динаре принадлежит замок 17 века Бельриф, признанный швейцарским культурным объектом национального значения. Замок площадью 890 квадратных метров, расположенный на земельном участке около 3 гектаров, она приобрела в 2019 году, а в 2020 расширила владение, купив близлежащий участок площадью около 1,5 гектаров. Суммарная стоимость недвижимости – 113 миллионов долларов. Другим родственникам Назарбаева принадлежат несколько отелей в Карловых Варах, спортивный центр в другом чешском городе Соколов, а также ряд домов в Великобритании. Передвигался президент на служебных машинах с госномером 01KZ. Особенно Нурсултану Абишевичу нравились бронированные Mercedes-Benz и Maybach. Встречались и другие марки – BMW 7 серии, кабриолет Lincoln Town Car, китайские лимузины Hunce L5, Mitsubishi Pajero 3. Многие автомобили, отслужив ему несколько лет, отправлялись в музей. О личных автомобилях политика ничего не известно. Одним из них может быть советский ЗИЛ-41047, который был заказан Назарбаевым, но в официальных кортежах никогда не встречался. Сегодня у политика больше свободного времени, и он посвящает его любимым увлечениям. Мужчина пишет картины маслом, а также снялся в клипе на песню, которую сочинил сам. Назарбаев уже не является президентом, но все же остается самым влиятельным человеком Казахстана. И бытует мнение, что он не готов так просто отказаться от этой власти. И мечтает о том, что в будущем один из его сыновей, пусть официально и непризнанных, займет должность главы государства. А как вы думаете, возможен ли такой исход событий? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.